Приветствую, вы на канале Boston Technic, меня зовут Павел. Сегодня у нас на обзоре, также на реализации, сцепка для двух культиваторов КПС-4.2. Год выпуска неизвестен, как и модель. Ну, полностью, в принципе, в рабочем состоянии. Колеса здесь переделаны на резиновый ход, жигулевская резина, 13-я, по-моему. То есть тут диски переварены на втулке, на одном пальце. Резину можно поменять и будет на ходу. В общем, в принципе, она в довольно неплохом состоянии. Ровная. Места сварки, конечно, есть, но это из-за усиления. Где-то чуть-чуть подваривалось, где-то не критично. То есть свою функцию она выполняет целиком и полностью. Вот задний брус, он целый, ровный, все, серьги есть. Это центральная для транспортного положения, то есть друг за другом культиваторы цепляются и спокойно едут. Ширина ее где-то 4,20 метра. Также тут колесо переделанное на резиновый ход. Вот это уже прицепное для культиватора. То есть гидролиния под два культиватора. Инструментальный ящик. Серьга вот такая мощная. Здесь все целое. Такая вот сцепка. В общем, кого заинтересовало, обращайтесь. Тут подскажем, расскажем и примите решение о приобретении. Всего доброго, до свидания.